Добрый день, зрители канала «Индейцы на Волге», а сегодня я нахожусь на реке Илеть. Ну вот, брат у меня пошел чуть-чуть дальше, а я сделал пару лунок. Одну вот здесь вот, и одну сделал прямо при входе в ручей, вот там дальше, почти на берегу. Попробую порыбачить подо льдом. Время после обеда, и уже почти никого нет. Там вот вдалеке, сзади меня, сидит народ. Ну и, наверное, все. Машин всего штук 5-6 стоит. Ну а мы решили после обеда порыбачить. Стало тепло, пошел снежок, температура вообще приближается к нулю. Ну и давайте я вам расскажу, где мы находимся. А находимся мы на реке Илеть, которая впадает в реку Волга. Вот давайте сейчас посмотрим на карту. Это Средняя Волга. Находимся мы около Казани. Вот город Казань. И чуть-чуть выше по течению находится город Волжск. 42 километра по дороге автомобильной. По реке, конечно же, меньше. И вот здесь вот, чуть-чуть выше города, река Илеть, которая течет очень издалека, впадает в реку Волга. И вот на этом месте мы сейчас находимся. Теперь вы знаете, где находится это место, и можете приехать сюда порыбачить. Ну а я начинаю свою рыбалочку, и давайте посмотрим, что из этого получится. На рыбалку. Ну вот, пошел снежок, а я нахожусь на первой лунке. Поймал первую плотвицу, не прошло и 5 минут. Брат у меня ушел на то старое прикормленное наше место, там метра 3, наверное, глубина. Здесь глубина примерно такая же. Ну вот люди пока еще здесь, ну и снег идет. Красиво летают сороки. В общем, природа нас радует очередной раз своей красотой. Давайте порыбачим. Ну вот, где-то часик я порыбачил, поймал 4 рыбки. Под берегом пока у меня никто не клевал. И брат у меня решил сесть туда поглубже. Ну, рыбаки потихонечку уходят домой. Смотрите, какой начался классный снегопад. Ну и ветерок. Ну, пока терпимо, и мы рыбачим. Посмотрим рыбалку дальше. Ну и вот пурга, все разбегаются. Редкие поклевки, люди уходят. А мы все пробуем вдоль берега. Ну и иду я сейчас к брату. Смотрите. Ветер очень сильный. Ну так, все. Там уже остался один человек. Сзади еще 2 человека. Ну, в общем, уже никого не остается. Одна машина на берегу. И смотрите, какая у нас попалась рыбешка. Ну, я так думаю, что это сапа, нет, это плотва или ясь. Ну и какой-то язек. Да? Ух, какой хорошенький попался. Отличная поклевочка. Это было вот здесь у берега. Посмотрим, может, будут еще поклевочки. Надеюсь, будет интересно. Давайте поглядим. Так, глубина. Ну, 3 метра. Стандартно, да, как везде? Со льдом вместе, да. Настоячку или так? Так. Ну вот, неплохая попалась. Опа, опа, опа. Я снимаю. Давай, рыбач. Поклевочка. Есть, есть, есть. Здоровая какая. Большая? А, не, вот. О, вот он крендель за пузо поцепленный. Ты думал, большая. Просто за хвост. Это к вопросу о том, у кого какая щука сошла. Килограмма на 3 или это был ёж за хвост пойманный. Ну что ж, вторая рыбка. Давайте посмотрим немножко, пока клюет рыбалочку. Я буду выступать в роли оператора. Ветер задувает. Давай я сейчас обойду. Сильно дует. Давайте, а то очень сильно задувает ветер. Спрячем камеру за ветер.
спрячу от ветра. Тут нереально камеры снимать. Обуривать бежит. Ну, видать, домой торопится. Торопится. Не, как он торопится. Смотри, смотри, бежит, бежит. Бежит, бежит обуривать бежит. Бежит обуривать. Домой. Домой бежит быстрее. Опаздывает. А за ним второй бежит. Они какие-то бегунки. Рыбка плещется. Хорошо клюнула. Я тебе сейчас оставлю экшн камеру, сам пойду там поработаю. Давай. Ух ты, две штучки. Ха-ха-ха, супер рыбалка. Ладно, вот и пара. Отлично, забираем.
А рыбачили здесь где-то, наверное, часов трех. Два часа собрали, полтретьего выехали. И, наверное, часа в три сюда приехали. Время часть, шестой час. Народу никого не осталось. Там, ну, где-то там вдалеке очень настырные пару ребят ходят. Такие, как и мы, короче. На шоссе. Да, там, наверное, уже столовые. Дергает, ладно. Вот такая рыбалочка замечательная после обеда. Ну вот немножко ветерок поднялся, и снег такой пушистый, классный. На улице тепло, температура, ну, почти 0 градусов. Как видите, я без перчаток, и очень замечательно. Рыбалка замечательная, отлично. Ходите на рыбалку, занимайтесь любимым делом. Даже после обеда 2 часа рыбалки и такое количество рыбешки. На замечательную уху я сегодня наловил. Занимайтесь, отдыхайте, радуйтесь жизни, весна, хорошо, красота. И, конечно же, заходите в гости к индейцам на Волге, которые всегда вам покажут все самое интересное со Средней Волги. Из республики Мариэл. Индейцы Мариэл – самые лучшие индейцы на свете. Всем удачи, всем пока!